Может быть, это происходит из-за жары, которая держалась так долго, но в последнее время в Москве участились случаи отравления наших сограждан некачественными продуктами питания. А может быть, дело в обычном разгильдяйстве. Хлеб с тараканами, мышь в фисташках, консервы с червяками, кунсткамера или выставка достижений народного хозяйства. Так назвали свой виртуальный музей сотрудники Общества защиты прав потребителей. Как сохранить здоровье и отстоять свои права? Об этом сегодня в нашем специальном репортаже. Людям со слабыми нервами лучше на это не смотреть. Приобрела в магазине багет. Дома отдала его ребенку. Когда ребенок надкусил багет, он увидел в нем запеченного таракана. Купила конфеты, в которых обнаружила шарики непонятного вещества. Проведенная экспертиза показала, что данное вещество – ртуть. Приобрел консервированную печень трески. Открыв банку, обнаружил на крышке червей. Кунсткамера или выставка достижений народного хозяйства. Так назвали свой виртуальный музей сотрудники Общества защиты прав потребителей. Шокирующие фото продуктов, в состав которых вошли вещества, не указанные на упаковке, каждый день присылают обычные покупатели со всех уголков России. Например, плесень на эклерах. То есть каким образом может эклеры полежать там, не знаю, день-два, и вот на них вырастает такое чудесное нечто. Вот. Мышь в фисташках, например. Был суд, наш юрист его выиграл, и там отсудили, конечно, небольшая, собственно говоря, моральный вред, который он был. Но он был, и как бы факт есть такой. Увидеть в колбасе таракана – это, конечно, неприятно, но не смертельно. Гораздо страшнее, когда покупатель не подозревает о вреде того или иного товара. В последнее время в Москве участились случаи отравления некачественными продуктами питания. Сутки, и мужчина чуть не ушел на тот свет. Евгения Батыркина вместе с мужем поехала в гости отмечать день рождения внука. Она даже не догадывалась, что праздник обернется настоящей трагедией. Решил нас сынок угостить копченой рыбой. Это салака горячего копчения в таких красивых коробочках. Муж Евгении Александровны съел сразу 6 рыбешек, причем вместе с золотистой кожей. На следующее утро ему стало плохо. Тошнота, рвота, неукротимый понос. У него давление было 50/30, полное обезвоживание. И отказали почки. Когда скорая приехала его забирать, то есть его вынесли на руках. После реанимации муж Батыркина еще полгода ходил по врачам. Супруги уверены, рыба была свежая, но в ней содержались вредные токсические вещества. Это же коптится не по-настоящему, на настоящем дыме, там на дровах, на шишках, а коптится в камере. Добавляется вот эта жидкость, которая дает вот этот блеск, золотистость и вкус копчености. Как сделать рыбку золотистой, хорошо знает Екатерина. 3 дня она проработала в одном из крупных магазинов Москвы, чтобы своими глазами увидеть, как обманывают покупателей, и потом написать об этом статью. Реинкарнация в чем заключается? Прежде всего, это, так сказать, возвращение продукта в товарный вид. То есть, что касается рыбы, это, например, она вот с плесенью, ее просто натирают подсолнечным маслом. Создается такой эффект блеска такого, и кажется, что рыба достаточно свежая и блестящая. То же самое касается и мяса, то есть это когда мясо уже такое немножко по цвету нехорошее, да, то есть продавцы это видят, а его кладут в марганцовку. То есть марганцовка, она как бы придает потом мясу некий такой розоватый, свеженький вид. Креветки, их накачивают водой. И после этого, соответственно, увеличиваются в размерах. Когда потребители, собственно, покупают и начинают разваривать, креветки резко уменьшаются в размерах. За кулисами торгового центра Катя поняла, что такого понятия, как утилизация просроченных продуктов, вообще не существует. Поступает продукт, он, например, протухляется, вот, и потом происходит реинкарнация продукта. Это реинкарнация продукта опять поступает на прилавок, и вот водоворот. Потом пока, видимо, собаки не съедят. Но иногда даже до реинкарнации руки не доходят. И тогда продавцов просто заставляют переклеивать этикетки со сроком годности. Каждый день до новой даты, то есть вырезаются бумажечки, там это вот, что касается хлеба, например, какие-то другие продукты, которые более дольше хранятся, то там, через день, например. То есть это все как бы поставлено на поток. Жертвы таких недобросовестных предпринимателей каждый день поступают в инфекционные больницы Москвы. Врачи советуют, если вы отравились, ни в коем случае не нужно лечить.
лечиться народными средствами. Самое любимое у нас народное средство – это водка с солью, как закрепительное средство. Любят очень лечиться сырыми яйцами, которые, в свою очередь, сами могут вызывать пищевое отравление. И, конечно, люди долечат для того, чтобы поступать сюда в тяжелом состоянии, в сильном обезвоживании. Приходится врачам достаточно сложно их вытянуть из этих состояний. Сергей как раз один из тех, кто долго тянул с походом к врачу. Он съел просроченное мясо. Сразу начались все признаки отравления. Сильнейший понос, просто не останавливается который. И рвота. Похудел больше, чем на 10% вес своего. В итоге пришлось вызвать скорую. В больнице Сергею сразу поставили капельницу. Если есть необходимость, производится внутривенная регидрационная терапия, то есть восполнение потерь жидкости, которые были с тошнотой, вернее, с рвотой и с жидким стулом. Ну, и если необходимо, значит, антибактериальная терапия. После отравления врачи рекомендуют соблюдать строгую диету. Есть только вареные, а кисломолочные продукты и сырые овощи, фрукты вовсе исключить из рациона на 2 недели. Желательно смотреть сразу, что вы берете. Во-первых, смотреть дату изготовления, дату срок годности. Да? Смотреть внимательно, не было ли переклеено или торчит из-под этой, скажем, даты вторая. Обычно москвичи, купив некачественный товар, предпочитают сразу выкинуть его в урну. Идти в магазин и качать права решаются немногие. А зря, считают юристы. Вы можете прямо сразу начинать со звонка в Роспотребнадзор с сообщением. Вы имеете право записать полностью все реквизиты. Если будет такой отказ, вам представится или нет бейджа, там, допустим, или же уклоняется от приглашения руководства, вы можете дополнительно внести это как нарушение ваших прав, ту же самую книгу жалоб. А также об этом сообщите по телефону в Роспотребнадзор. По словам юриста Павла Морозова, чтобы вернуть некачественный товар и получить свои деньги обратно, даже чек предоставлять не обязательно. То, что вы купили продукт именно в этом магазине, будет видно, например, на камерах видеонаблюдения, которые сегодня установлены почти во всех торговых центрах. Правда, получить доступ к этому видео будет непросто. Предпринимателю, конечно, не выгодно, не интересно вот признавать сразу сходу, что этот продукт куплен у них, и он был продан некачественный. Иногда сотрудники общества по защите прав потребителей не ждут страшных историй от покупателей, а сами проводят экспертизу того или иного товара. Результаты последней проверки удивили всех. Оказалось, что маслины 7 ведущих производителей, которые продаются во всех магазинах страны, на самом деле маслинами не являются. Это всего лишь обычные зеленые оливки, которые подкрасили глюконатом железа. Настоящие маслины, да, если мы покупаем маслины, они не могут иметь такой насыщенный черный цвет. Они созревают естественным путем, они от коричневых до бурых, фиолетовых. То есть, ну, не может быть такого равномерного черного цвета, и глянцевости поверхности тоже не может быть. Это препарат железа. Если мы его будем употреблять в неограниченных количествах, то, естественно, это навредит организму. То есть может навредить работе почек, печени, ну, то есть как любые препараты минеральных веществ. Что написано на красивой этикетке, не всегда соответствует тому, что находится внутри. В этом убедились эксперты еще одной организации по выявлению некачественных товаров. Но в данном случае результаты проверки были еще страшнее, потому что речь шла о детском питании. Результаты были печальны. Ни один из 4 образцов не соответствовал нашим требованиям российским по качеству и безопасности. Там были, в частности, несбалансирован минеральный и витаминный состав. В некоторых образцах превышение углеводов, что ведет там, ну, повышению веса, так сказать, неправильному, да, у младенца. В одном образце были обнаружена патогенная микрофлора. Это уже очень серьезно. После этого эксперты провели еще одну проверку и взяли уже 10 образцов самых известных производителей питания для младенцев до 6 месяцев. Нарушения по-прежнему были. Например, активно рекламируемые бифидобактерии кое-где просто отсутствовали.
В одном образце все-таки нашли мы то, что бифидобактерии содержались, ну, на этот раз в 6 раз меньше, чем было заявлено. Плюс один образец показал о том, что потребителя вводят в заблуждение, указывая на упаковке наличие бифидобактерий. В то же время маленькими буквами в составе этих бифидобактерий уже нет. Хорошего ничего не будет, если вот таким питанием питаться, где, допустим, снижено количество там, витамина А, да, витамин роста, витамина Е, там, йода не хватает. Со временем, то есть на протяжении длительного времени, это, конечно, приведет к определенным нарушениям здоровья. Знание своих прав могло бы помочь потребителю добиться справедливости в тех случаях, когда его обманывают, пытаясь продать тухлый товар. Но до тех пор, пока москвичи будут просто выкидывать его в мусорное ведро, не веря в силу закона и не желая тратить время на разборки, предприниматели будут и дальше выкладывать на прилавки просроченную колбасу, хлеб с тараканами и йогурт с плесенью, зная, что кто-нибудь когда-нибудь их все равно купит. Анна Павлова, Олеся Матвеева, Рафаэль Усманов, Сергей Горецкий и Михаил Евзерихин. Москва.